Всем привет, друзья, это канал Outcast Games. Продолжаем с вами Алундру проходить. В прошлой серии мы нашли храм огня, взяли жезл. И вот я дошел до этого вот сундука. Что тут? Открывай. Да. А, ну хотя у меня, смотри, нету его. А, там можно, смотри, вроде все, да, тут кусты можно сжечь. Ух ты, блядь. Сука. На, нахер, у меня есть жезл, все. А что, сюда? А, это я вот могу пройти теперь, блядь. А я могу его сжечь нахер? А ну иди сюда, попробуем. Чувак. Дай. Ой, могу. Ой, могу. Хи-хи-хи-хи-хи. Ай, блин, а где я нахожусь? Вот мне интересно. Вот, наверное, скорее всего, вот тут. Крайний левый угол, да? Смотри. Крайний левый угол, да? Та-та-та-та-ра-та. Ага, вон там камень, смотри, есть. Тут можно вылезти. Дай травушку. Вот там два камня целых. Чувак, да хер ли ты, блядь, попадаешь-то? Ты хрен знает где стоишь, ну как так-то? Вот какой-то проход. Дай мне перчатку. Юху. А что тут? Вот сюда, куда это? Та-да-та-да-та-тай. Тран-та-да-та-та-тай. Ай-яй-яй-яй. Портал. 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 Блядь, это какой портал? Нет, подожди. Я ж тут вроде был. Портал-то активный. Или я не был тут? Да я был тут. Вы чё? Блядь, что это за место? А, это вот, смотри, я плавал там. Ну правильно, а где портал-то? Чуть не понимаю, где это портал. У меня на карте не нарисовано. Это куда? Нет, стоп. Мне надо, короче, как-то... Эй, а ты чё? Все уже не выпрыгнул? Блять. Там течение очень сильное, блин, а Лундра не хватает, у него ножек. Так, опять же, я вот тут чё? Я вроде тут не плавал. Ой-ой-ой, меня смыло. А, блять, это в ту сторону. Так, а подожди, куда же мне? Я же не понимаю уже, где же я же? Привет, камень. Типа. Вот. Вот, все, тихо, я вот тут. Значит, эта территория была вот этой территорией. Так, а подожди. Тут должен быть, вот тут где-то переход должен быть на эту территорию. Я просто хотел тут погулять, если что. А вот. Через мостик, да? А тут где-то был камень или не тут? Да, блин, уйди ты, ну заебешь, да парафатахиваю. На. Заебал. Вот это мне надо разбить. Где-то тут камень вроде был, но я не помню. Ну ты молодец, блядь, вообще. Сука, стал прям на этом. Вот тут, короче, где-то есть проход. Вот тут. Вот. Тут есть мостик. Прямо. Должен вообще-то быть. Ага, конечно. Да, вот это место. Ай, блядь, спасибо. Заколебало. Смотри, вот этот тут мостик, есть сверху проход. Ра-ра-ра-ра. Вот этот проход. Нифига жизни сколько. А нахера мне сколько? Вот эта территория меня сейчас интересует. Вот тут мы что-нибудь есть? Полазить там где-нибудь. Привет. Ага, так нельзя. Вон кусты есть. Так, этого надо захерачить, а то он мне будет мешать. Сучка. Лови. Так, прошли куда-то. Ага, ага. Сундук. Ой, книга какая-то.
Книга воды получена. А что за книга воды? Сейчас буду водяным журчанием. Где она? Что делает? Что делаешь? Уровень 2. Водная магия. Водный экран плюс... водный экран плюс УО восстановления. Это был свиток воды, а теперь у меня уровень 2. Водная магия. Ты понял, да? Я магию взял. Ух ты, круто. Вообще, а нахера? А как туда попасть? А как туда попасть? К этому сундуку? Там же вроде ничего нету. Ебаха. Куда-то прошел. Ага. Это вот сюда, типа, да? Подожди, подожди, я был... Тан-тан. Я был на этой территории, пошел теперь на... На вот эту вот. Тут у нас переход, что ли? Да, у нас тут вверх переход. Тут должен, короче, быть справа дом. Там и там нельзя, типа, пройти по правой стороне. Да, вот тут туда нельзя. Вообще никак. Ой, сколько денежек. И вот тут, вот тут, вот тут, вот тут, вот сюда. Еще вот тут не разведано, еще слева не разведано. Вообще... А, я не могу это взять. Я еще не могу эти камни разбивать. Короче, все. Попиздили в город. Где у нас город? Город у нас... Да вот сюда можно. Надо узнать, куда мне дальше идти. А если я сюда шибану? Можно. Так, статуя, я с тобой потом попробую как-то разобраться, не знаю. А вот кусты, смотри. Тихо. Музыка, блядь! Что такая громкая? Что там? Сундук. Ой, жизька, отлично. Жизек нам надо побольше, побольше, потому что бьют тут прям пипец. И надо броньку как-то у той чуихи выкупить. Заколебала она не давать. Так, вниз. Вниз. Сюда же, правильно? Вот казинишка, но я потом ей займусь. Ой, блядь, это не то. Вот плохо, что менять каждый раз вот так надо. Немножко неудобно. Казинишку я потом займусь. Так, вправо. Нам надо вправо. Вот сюда. Теперь нам надо вверх. Я уже, короче, добыл херовую тучу всякой херни. Теперь надо искать, где его это все применять. Где там эти кусты жечь? Там камни поднимать. Еще какая-то хрень. О, смотри. А, хотя я тут уже был в этом. Ту-ту. Здорово, Мьяде. Я хотел ехать в столицу, но нам прошение ответили отказом. Я думаю, они знают, что происходит. Здесь и они боятся, что я принесу с собой ночные кошмары. Я пойду сюда, можно? Узнаю просто, в какую точку жопы мне идти. Да, хочу, хочу. Да-да-да-да-да-да-да-да-да. Шар хрустальный, шар. Зло во плоти хочет убить всех, кто тебе дорог. Да? Хочешь знать больше? Давай. Давай, куда мне надо шмалять. А мне надо вон туда. Ага, вот это вот та территория, где я вот только что был. Так, а подожди, а что там? Подожди, вот это вот у нас город, вот это вот... Не понял. Или это не та территория? А, нет, это не та территория. Это там портал, смотри, есть. И надо вверх как-то, или что? А, нет, вон там переход есть. Получается, надо, смотри, вот эта территория, вот это она. Возле города, только с краешку. Ну, я, в принципе, понял, что где-то вот сюда мне надо, на мостик. Давай, как там? Кристалл показывает, что только... Подожди. Вроде туда. Да-да-да-да-да-да-да.
Давай, мне надо идти, женщина. Быстрее, ну, бляха. Да-да-да-да-да, хорошо. Смотри, мне надо сейчас вернуться точно так же. Па-па-па-пау. Точно так же мы идем. Точно так же мы сейчас налево. Налево. Вот сюда. Сюда. Потом идем в самый-самый край, который только существует здесь. Вот сюда нам надо, да? А, бомба у меня ж стоит. Ладно. Лови. Потом мы идем. Ай, ну бляха, ну вот переключаться это все. Вот сюда. Потом мы идем налево. Блядь, не сюда. Сука. А хотя подожди, что это я могу вот так? Тут статуя сейчас должна быть. Подожди, а этот камень для чего? Я не помню. А, это к статуе проход, точно. Эм-пам-пам. Да ёптить, как куда и... Бля, круги наматывать. Вот идем сюда. Мост. И вот тут где-то вот тут что-то должно быть. Вот она мне сюда показывает. Да ты умри. Вот тут где-то что-то. Может вниз? Может вот сюда? Такая, подожди, я там был. Алло, вот ты мне водоворот показываешь или что? Ну вот тут портал, правильно, и чё? Женщина. Я водоворот уже прошел, ты чё? Блять, тут можно было просто в телепортнуться. Так, а куда идти, я что-то не понял. Она мне сюда вот показывала. Вот четко сюда. Только я тут уже прошел. В чем проблема-то? Не понял. Сейчас не понял. Там ничего нет. А куда идти тогда? Ну блин. Эта неопределенность меня немножко напрягает. А может к шахтам сходить? А к шахтам это куда? Да это скорее всего вот сюда. Может там что новое открылось. Вот, да, шахты, смотри. Так, тут что, сейчас полазим. Тут у нас где-то домик должен быть. Вот он. Что тут? Давай зайдем. Может тут что открылось? Топор, возьми топор. О! Ух ты, кто ты? Хоккей. Кахей. Привет, меня зовут Кахей. Когда-то я был перспективным композитором. Да я вижу по твоим очкам. Мою работу совмещали с великими мастерами Джона Стэша, Рикарди Маркус. Ага. Ты не узнаешь меня, парень? Да не очень. Хочешь послушать мой лучший альбом? А выбор? Давай. Запускай. Ты чё? Будешь слушать поле душ? Давай послушаем. Нажми вверх или вниз, чтобы выбрать песню. Нажми квадратик играть. И X выкл. Трек 1, заставка. Вверх-вниз слушать. Ну, слушать. Эй. Во. Та-ра-та-та-та-та. Ну что, нормально, как раз для Лундры такая песенка. Давай трек 2. История. Ну? Воу. Тут что-то жесткое. Пап-пап-пап-пап-пап-пап. Бой с боссом, да, это на бой с боссом надо. Трек 3 поля. Слушать.
Так это из игры вся музыка, ты чё, чувак? Ты тут, короче, просто писал музыку для Лундры. Короче, пускай такая играет. У тебя вид путешественника, парень. Можешь рассказать о своих путешествиях? Меня всегда вдохновляли истории героизма. И чё? Всё? Блин, я думал, он мне что-то даст там такое, ну, какое-то задание хоть. Я не знаю. Не-не-не-не-не-не, давай, блядь, выключим нахер. Да. Трек 8. Отплытие. Да ну, блин, дай что-то веселенькое, эй, слышь. Короче, я сейчас выйду, оно все равно поменяет. Какая разница? Оно поменяет на ту, которую надо. Во. Пиу. А куда же мне, куда же? Ну смотри, тут я хоть чувака какого-то встретил новенького. Так, пойдем, значит, вот сюда. Что у нас тут? Тут у нас ничего. Что у нас тут? Тут у нас завалено. Тут у нас ничего, тут ничего. Тут еще здание какое-то. Ну-ка, кто тут живет? Тут бутылок, блин, херовает. А, тут я, короче, был. Окей. Кто-то тут самогонку гнал. Прям жестко, прям. Все кинул и уехал. Достали его эти бутылки. Такс. Ой, а смотри, в шахты можно зайти. А подожди, они ее разве не завалены были? А я тут вообще был? Ха. Опа! Пиу! Подожди, сундук. А как к сундуку попасть? А, вот так. А что в нем, кстати? Ой, золото. А чё, я его не забрал тогда? А почему? А чё тут вообще в этих шахтах? Я уже и не помню. Может, я тут где-то что-то пропустил? Типа, знаешь, кустики сжечь. А чё, тут ничего нету? А, я помню, тут была куча народу, их надо было перебивать. Окей. Сюда выход, да? Куда это выход? А, это в здание, блин. Ладно. Прямо к сундуку. А что, подожди, если это шахты, то наверх можно еще сходить. Там еще территория тоже у меня вообще не обследована. Ничего не зарисовано вообще. Там есть просто тупо переход. И все. Может, там что можно открыть? Вот тут. Смотри, у меня тут сейчас направо должен быть проход. А может еще что есть? Вот. А, не тут. А дальше чуть-чуть. Вот сюда мы идем такие, направо. Направо. И вот тут должен быть где-то проход. Вот, да, проход есть. Ай! Опять эти чмыри, блин. Сука. Хорошо, давай будем смотреть, что здесь. Может, что здесь где-нибудь там подожгу, открою, подниму. Я не знаю, ударю, взорву. Что-нибудь. Чувак. А, это, блядь, кристаллы эти гребаные. Складировать. У меня их еще два есть. Да, отключи. Опа. Положил. А мне их надо сколько там штук? Миллиард. Или два. Или 2 миллиарда надо. Ну смотри, 3, 2 и 2. 2 уже есть. Есть, да? 2. Эй, чувак. Видал, сапфир положил. Так, блять, сапфир положил, говорю. Ой, еще 4 надо. Тут что у нас? Топазовый пик. Да я как я. А, слышь! Как я так угадал с первого раза? Или тут похер вообще куда ложить? Алмазный пик. Или тут похер куда ложить? Я так вот это прям сразу и угадал. Ага. Так не бывает.
А что тут, подожди, тут я не выпрыгну. Вот как мне налево попасть? Блять, сука. А, тут можно так. Та-та-та-та. А тут три, тут конец карты получается. Да. Ой, бля. А, там вон сундук, смотри, заныкали, как падлы. А что это за штука? Это как я, лилия это. А че я по ней не могу ходить? Вот еще сундук. Вот как мне туда выбраться? А ну, Алундра, давай. И вон еще сундук. Блять. Я ж там был только что. А ты че? Эй. Плыви давай. Вот что тебя туда сносит? Там течение или че? Ничего тут нету. Вот видишь, ты пиздишь мне. Пиздун. Смотри, можно сюда... Да... Тут что с тобой не так? Вот сюда плыви, да. А, тут еще вот один, смотри. Гранатовый пик. Нихера себе, блядь, их тут сколько штук. Вот, ты чё? Чё тут? Ой, орел. Да ладно, у меня же 30 штук. Да. Хорошо, отличненько. Так, подожди. А тут... Да, вот... Эй! А ты чё не двигаешься-то? Алундра! Хули ты не двигаешься, блядь? Прикинь, не... Эй! Эй! Ты ёбнутый? Что с тобой не так? Вот что с ним не так? Объясните мне, ребятки. Плывет, плывет, потом такой думает, да ну нахуй, не буду плыть. Вот что это такое? Вот чё... Вот, смотри, опять не двигается. Или туда типа нельзя? А какое тут течение-то нет? Вы издеваетесь? Сука, грёбаные ублюдки. Как мне теперь назад выбраться? Тут же нету ничего, да? Вылазки никакой. Никакой, правильно. Значит, тогда вниз у меня больше выбора нет. А там еще, смотри, можно поставить. Да плыви ты, ну за... Ой, как он меня уже заколебал. Вот сюда, получается. Опять, смотри, не двигается. Вот типа я сам по течению не могу пройти, да? Надо, блин, именно так. Это я был где? Ага, это где шахты, смотри. Это где шахты, я сейчас. Бля, сейчас уплыву, хуй знает куда. И не найду выхода больше. Ага. Подожди, это водоворот. Как выбраться-то? Сука. Да ядрить твою мать, куда ты плывешь? Лучше бы я там не падал. Серьезно. Потому что я теперь сейчас уплыву вообще в другой конец карты. Ты смотри, вылазки вообще нигде нету. Алундра, ты ёбнутый. Пиздец. Охуительный чувак. Что тут еще можно сказать? Припиздил, короче, хрен знает куда. Так а что мне делать-то? Куда мне надо идти? Вот в чем вопрос. Такой интересный вопрос, куда мне идти? Я сейчас пока не понимаю. Вообще не понимаю, куда идти. Да ёпарыш ты. Ай, смотри, вот сюда. Вот сюда и наверх. Направо и наверх. Да иди, блядь. Вот, я здесь. Теперь мне надо сходить туда сундук забрать. Где я видел там его? Это вот тут было. Еще там один... Да, блядь! Ага, конечно, ты блокируешь. Конечно, конечно, да-да-да-да. Да-да-да-да-да-да-да-да. А как я... Че, нет, да, что ли? Конечно, да. Почему бы и нет? Блять! Ёб твою, сука, как же ты меня надай! Зачем ты так пугаешь? Придурок. Срантель, блять. А где там еще сундук был-то? Ай, да ядрите ж твою налево, ну, сука. Бесит уже. Ага. Где-то я вот тут еще сундук видел. Или это не тут было?
Нет, смотри, это не тут, это там, но я там туда не попаду. Там я попал, хорошо, а туда не попаду. Ну тогда мне что, назад. Мне как-то надо, я не знаю, надо через ту территорию только. Давай сюда пойду. Я не знаю, куда идти, она мне показывает опять туда же, но там нету, ничего нету, там, я ж там был. Я водоворот тот прошел уже. Или я там что-то не сделал, так а что, меня оттуда выпустили? Мне сказали, пизду я туда, потому что прошибет нахер, я и свалил. Вот тут еще какая-то пещера, но я не знаю, как туда попасть. Эти шарики гребаные. Может тут есть что-то, какая-то штука, чтобы типа перепрыгнуть или... Вот чё ты вот тут не запрыгиваешь? Там же не высоко. Мне нужны эти ботинки на попрыгушках. Так, а вот тут какой-то... А, это проход туда. Блять, не сюда. Сука! Вот, короче... Ну ладно. Так, лазить. Да иди сюда, блядь! Подожди. Да, наверх тут есть проход. А внизу что? Может, внизу что есть? Не, внизу ничего нет. Я все забрал. Да-да-да. Да-да-да. Так, а подожди, а проход-то... Да что вы тут собрались, блин? Проход-то у нас вот это вот. Да... Ёб твою. Хоп, видал, как я над башкой у тебя пропрыгнул? Блять, куда... Как там прыгнуть? Я не помню уже. Или просто сверху вот так. А, окей. Так, а тут подожди. Кстати, да, вот тут территория еще у меня ничего не зарисовано вообще. Так, а тут и ничего и нету, да? Блядское дерево! Сожгу тебя. Ну чё ты не сжигаешь его? Слышь, Алундра. Да, блядь, ты дурак такой. А как мне, подожди, а, туда я не попаду. И то... Вон, смотри! А как туда? Подожди, что-то не укурил. Так, надо как-то назад. Вау, там два сундука. Да вот что, зачем этот подъем, блядь, если никуда не вылезешь с него? Нахера? Ёб твою тут сундуков. Ай, вы задрали уже. Вот, правильно, вали отсюда. А как туда? Да еблядь. Что здесь? Ага. Какой-то ледяной дом еще там есть. Бля... Да, ты что не двигаешься-то? Сука, гребаная падла. Да сдохни ты! А это куда? Блядь, это сюда. Короче, я не понимаю, куда мне идти. Вот как-то туда надо попасть. Там кусты-то, ну а я туда не попаду. Как дам! Сука. Короче, где-то мне вот сюда, наверное. Как же мне сюда попасть? Ну смотри, тут есть проход, и тут есть еще один проход, почему-то. Ага, это туда. Я-я. Йоу. Вон туда еще как-то, блин. Ёхан и трешки. А как? Я не понимаю, куда мне надо идти, если честно. Просто честно, я вам отвечаю. Просто без блять. Да-да-да. Вот так же он не завернет.
Потому что он дебил. Понятно. Ай, что-то не вообще не пойму, куда мне идти. Как туда забраться? Как тут выбраться? Как тут залезть? Как там что-нибудь сделать? Вот как? Что? Вот зачем вот это вот все? Да не плюйся. Вот как я туда залез? А, это только через... А, блядь, а нахера эти кусты? Может, там какой-то проход есть? Нету там прохода. Просто кусты. И все. Блин, ну что делать-то? Ёханый ты ж... Кондрятина. О, ты, блядь, ты чё тут пришел сюда, сука? Я сейчас ты как ёбну. Чё надо на... О, нифига себе! Ты завернул. Все, короче, давайте закончим на этом, не знаю, в следующей серии. Попробую найти, что хоть делать, хоть куда приблизительно надо идти. Я не знаю. Да уйди ты, сука. Все, в общем, из-за... Всем спасибо за просмотр, ссылки на плейлисты в описании. Комментируйте, и всем до встречи в следующей серии Алундры, где мы будем не знаю, что делать. И все, всем пока.